Хочу представить вашему вниманию пульт дистанционного инфракрасного управления самолетиками. Этот пульт трехканальный, но может использоваться и для двухканальных приемников тоже. Внешне он полностью как соневский джойстик, собственно, из него и сделан. Но начинка внутренняя полностью поменена. Единственное, родные остались джойстики только. Ну, реостаты сами. Вот. Можно видеть, что добавлено много светодиодов инфракрасных. Вот. Что еще? Добавлены контакты для подключения батареи. Они магнитные. То есть батарея от самолетика подсоединяется. Вот. И происходит заряд. Заряд происходит, когда джойстик переведен в соответствующее положение. Вперед. Загорается индикатор. И батарея самолетная заряжается до тех пор, пока этот индикатор не погаснет. Вот. В среднем положении переключателя джойстик выключен. Если перевести выключатель на себя, то включается передатчик. Вот это можно видеть в камеру. Вот. Что еще можно сказать? Сам джойстик содержит литиевую батарею. Ее хватает примерно на 2 часа. То есть, имея такой джойстик, можно подзаряжать в полевых условиях батарею самолета и, соответственно, ну, управлять самолетом. Сам джойстик комплектуется зарядным устройством. Заряд происходит вот так. Тоже имеется индикатор соответствующий, загорается. Пока он горит, происходит заряд батареи. Когда индикатор погас, батарея полностью заряжена. Еще имеется индикатор разряда батареи, он красного цвета, такой же самый, только красного цвета. Вот. Если он загорается, соответственно, батарея разряжена. Управление, как вы знаете, не пропорциональное, а плавное, шим. То есть, это управление газом происходит плавно. Управление поворотами актуатора вправо-влево. Если трехканальный приемник, то еще один есть актуатор вверх-вниз. Спасибо за внимание.